Участие в нем приняли главы регионов Южного федерального округа, в том числе и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Секретарь Совбеза отметил, что необходимо бороться с зависимостью от импортных комплектующих в сельском хозяйстве. Это реальная угроза продовольственной безопасности. Зависимость отраслей сельского хозяйства от поставок импортных семян по некоторым видам агрокультур, например, таким как сахарная свекла, подсолнечник, кукуруза, составляют от 60 до 90%. В Краснодарском крае, как отметил Николай Патрушев, с этой проблемой уже начали бороться. На Кубани приступили к созданию семеноводческих центров. К примеру, сорта риса и пшеницы в регионе практически полностью собственного производства. Необходимо в первую очередь для того, чтобы мы могли уверенно себя чувствовать сегодня на внутреннем рынке с овощами, нашими помидорами, огурцами. Второй момент, который очень важен для нас, это, конечно, сохранение севооборота. И это очень важный аспект для сохранения плодородия почвы. И если мы сегодня не сохраним севооборот, то в целом потеряем плодородие через максимум 30-50 лет. Также глава Кубани поднял вопрос о реанимировании рыбной отрасли в Краснодарском крае. Без поддержки на уровне правительства здесь не обойтись. Речь о возрождении перерабатывающих заводов и борьбе с браконьерами. По мнению Кондратьева, необходимо жестко наказывать за подпольную торговлю рыбой и раками.